Лікарі Білгород-Дністровського систематично надають профілактичні поради та рекомендації щодо дій на випадок непередбачуваних ситуацій. Наразі є необхідність поговорити про сказ. Бешенство или так называемый скабиес, если мы говорим о латыни, на сегодняшний момент, к сожалению, это заболевание неизлечимое. И вероятность смерти достигает практически 95%, то есть, ну, так чтобы проще, из 100 человек, которые заболеют, 95, к сожалению, скорее всего, что умрет. Якщо трапилось так, що вас укусила тварина, навіть у якої на перший погляд ви не спостерігаєте симптомів сказу, необхідно терміново звертатися у лікарню. Для того, щоб вас осмотрел хірург і провести так звану первичну хірургічну обробку рани. Тобто обробити рану хірургічним путем. Чому? Тому що, к сожалению, так случається, що обращаються пацієнти і розказують, а мене там животне укусило там 3-4 дні назад. Рана уже інфіцирована. Инфицированная рана заживает намного тяжелее. Обработать ее хирургическим путем тоже тяжелее, то есть отмыть оттуда содержимое и так далее. Термінова медична допомога має ряд переваг. Вона надає можливість уникнути важких наслідків. Антирабическая сыворотка, то есть от бешенства и от столбняка, она должна вводиться в хирургических отделениях. Инкубационный период у человека зависит от места укуса. То есть чем ближе место укуса находится к центральной нервной системе, тем быстрее будет развиваться клиника заболевания. Проте наслідки укусу інфікованою твариною без термінової та кваліфікованої медичної допомоги встановити доволі важко. Найбільша концентрація возбудителя бешенства знаходиться іменно в слюні животного. Вот. Если слюна попала на неповреждённые участки кожи или слизистой, то вероятность заражения крайне мала. Вот. Если же то есть проходит именно вот осаднение тканей, потому что животное не всегда может именно вот прокусить там одежду и достать, повредить участки кожи, но может произойти так называемое осаднение, то есть гематома какая-то, либо как по типу ссадины. Здесь вероятность заражения становится выше. Лікарі радять бути пильним та обачним, уникати контакту із тваринами, небезпечними на вигляд. К счастью, наш регион не патогномоничен по бешенству, то есть у нас таких случаев на самом деле очень мало, но, как говорится, если на сцене висит ружье, то в конце сцены оно должно выстрелить, поэтому какая-то настороженность все-таки должна быть. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.